Слушай, короче, один открывает огонь на подавление, реально шквальный, они мордами зарылись. А потом вдруг над гребнем вертушка. Их снайпер огнем прижал? Не, другой, сельский парень. Ага. Снайпер видит вертолет, прицеливается, вся херня, стреляет, бам! Пилоту крышка. Гонишь. Одним выстрелом. Одним выстрелом, клянусь, прямо через хренов фонарь. Бам! Просто охренеть. Ага. И самое прикольное, вертушка заваливается и падает. Бам! Прямо на позицию противника. Короче, если мне память не изменяет, тот один выстрел был из РПГ. А. Не хочешь рассказать, как это было? Не. Их вариант круче. Вряд ли кто-нибудь ожидал то, что вы узнали. Столько военного оборудования не должно объявляться внезапно. Теперь люди волнуются. АНБ, ЦРУ и РУМО сейчас обмениваются данными. Картина проясняется. Пругова состоит в радикальной российской группировке «Вороний камень». Связи мы еще разрабатываем, но видно, что они тянутся глубоко. В Лэнгли сейчас говорят, что «Вороний камень» передает первоклассную систему каким-то редким злодеям. Скажу прямо, эта операция – плохая идея. Все это знают, и все равно будем ее проводить. Мы в глубине русской территории, места для ошибок тут нет, рискованней операции уже не бывает. Но если оборудование уйдет мимо нас, риск будет еще выше. Так что давайте уж сделаем все как надо. Чтобы владеть ситуацией, нужно все, чем реже вы будете сталкиваться с РУФ. Охотник на подходе к цели. Понял, охотник. Держите направление. Это военный объект. Ожидайте серьезного сопротивления. Понял. Свяжемся с вами снова, когда придем на место. Конец связи. Наша главная цель — груз. Найти и уничтожить, пока его не отправили. Выполняю. Тридцатник, выхожу. Здесь двое стрелков. Перед нами. Укрытие. Не высовывайтесь. Тут малая цель. Они перед нами. Как тебе родина-мать? Родители мои русские. А я из Бруклина. Хорош, тридцатник. Впереди должен быть КПП. Там и пройдем. Придется его зачистить. Понял. Я в пути.
сделал. Понял. Идемте за мной. Операции конец. Есть, сэр. Враг убит. Ясно. О, еще один. Справа. Вон там, на мосту. Внимание, еще трое. Спереди. Вижу двоих. Гостей, господа. Впереди.
Нам сюда. Русские через нее прогоняют горячий воздух, чтобы на полосах не было льда. Возьму любой русский сувенир за 1000. Давай, метро. Следите. Охотник, вы подходите к полосе, где много бойцов противника. На противоположной стороне есть другая шахта. Так вы ближе подберетесь к цели. Принято. Не дойдем. Ее жара. Держаться в укрытии, двигаться быстро, не геройствовать. Да. Есть малая цель. Перед нами.
идет вентиляция. По ней можно скрытно подойти к цели. Цель мы для вас пометим. Понял вас. Противник, это же стрелок. Где он? Справа. У нас тут малая цель. Справа. Выхожу. О, еще один. На 3 часа. Грузовик. Вижу врата этого снайпера. Еще один. На 3 часа. Вижу противника. Место. Слева. Они там у контейнера. Есть противник. Спереди. Двое. Вижу вражеский грузовик. Тут вражеский снайпер. Навозник там. Thank you.
противник. Стрелок. Перед нами. Двигаемся. Внимательно. Запускаю дрон.
Есть. Идем дальше. Есть камуфляж. Охотник, цель уже погрузили на транспортный самолет. Они не готовятся к взлету. Принято, мастер. Мы уже на подходе.
уверен. Мастер, это охотник. Подтверждаем, цель уничтожена. Понял вас. Справа, справа! Техника! Сюда едет грузовик! За нами! Бегут к укрытию! Иду! Тяжкий грузовик! Они за нами! Снайпер! На мостике! Я их сбежал! Дай держать! Победа наша! Все чисто. Мастер, как слышите? Слышим вас, доложитесь. Похоже, нас заметили. Выбраться сможете? Думаю, да. Выдвигаемся. На всякий случай у нас есть самолеты. Будет нужно, отправим к вам. Понял. Капитан, кажется, нас засекли. Надо скорее отсюда уходить. Если повезет, пожар их задержит. Так, ориентируемся по ситуации. Если очень прижмет, нам помогут. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Вперед! У нас компания! Я в укрытии! Идут к укрытию! Все увидел! Давай на подавление! На 12! Подавление огнем! Минус один! Все понял! Перезарядка! Цель поражена! Мы побеждаем! Цель поражена!
Ну вот, с вооружением разобрались. Посмотрим, что выпадет с рассадками.